Команда КВН «Авангард», 35-я школа. Встречайте. Красиво. Спасибо, но я всего лишь увеличила губы. Как? А вот так. Капец, тебе идет. Спасибо, подружки. Ой, Маша, я вчера так испугалась. Что случилось? Я позвонила в такси «Корона», мне перезванивают и говорят, к вам подъезжает «Корона Приус». Представляешь, «Корона Приус». Я так испугалась. Не переживай, я с тобой, подружки! Ой, Соня, а у меня есть песня, пою акапельно. Маша, так правильно же акапельно. Ты тоже заметил, что с потолка капает? Так что за песня? А, точно, песня про семью. Ну да, с крыши правда капает, только не с этой, а с этой. Подружки! Ой, Маша, а давай, чтобы точно победить, жюри дадим взятку. Откуда у нас деньги? Ну, я устроилась работать официанткой. Красивым официанткам оставляют хорошие чаевые. Судя по тебе, у тебя еще сутки две отбирают. Арена. Почему Фетисов Арена? Да я пока шел, чуть не поскользнулся. Так, а это что такое? Наш логотип. Но это же сейчас вообще не актуально. Вот, другое дело. О, Владимир Михайлович, мое почтение. Шляпу не купил, забыл. У меня для вас есть загадка. Вроде не Москва, а правительство все равно уходит. Угадайте город. Можете воспользоваться подсказкой «Помощь друга». Вячеслав Васильевич, подскажите ему. А да, да, Максим! О, хухры-мухры, ты как всегда тут. Ну давай, скажи, как всегда, свой очередной подкат. А вот и не угадала. Привет, куколка. Куколка, это потому, что я скоро стану бабочкой? Да не, это потому, что у тебя руки и ноги не сгибаются. Да, Максим, перестань, ты ей не нравишься. Что? Да я гроза девчонок. Это значит красавчик? Нет, Маша, гроза девчонок это значит целлюлит. И вообще, Максим, из-за тебя мы забыли про тему этой игры. Что нам дал КВН? Вот что он нам дал. Ничего, Петр же нам на 8 марта подарок не подарил. Так ты тоже им ничего не дарил, братишки! Да, Максим, уходи, у нас здесь финал, мы прекрасно без тебя справимся. Такой уж глупый. Да, Максим, мы не глупые, это образ команды, это ради КВНа. Ты вообще знал, что агломерация аддикции гельштальта и экумена редукции узуальности выхиазма всевозможных мезальянс? Но вкупе сказанного нами, это всего лишь обфускация. Маш, ты чего? Походу, с крышей правда капает. У нее вон от капель сотрясение, ты отойди чуть левее. Спасибо. Ну, я же сказал, глупые. Ой, кто из нас глупый, время еще покажет. Кстати, а что может показать время? А время может показать миниатюры. Доктор, доктор, вы вырезали аппендицит не тому пациенту. Да, я знаю. Представьте, очень страшная девочка заблудилась в лесу. О нет, я заблудилась в лесу. Так, нужно успокоиться, если покричи, меня кто-нибудь услышит. Ау! Ой, ты некрасивая. Уходи! Быстрее! Пожалуйста! Уже! Иногда советы родителей бывают очень полезными. Мама, у меня большие уши. Надень шапку. Спасибо.
Ой, прости, пожалуйста. Ничего страшного. Максим с Машей обнимаются. Я видела, как они целовались. Да они встречаются. Дорогие молодожены. А, это та страшная девочка из второй миниатюры? Как она вышла из леса? Фу, ужас. Случай в семье. Папа, мама, у меня под кроватью монстр. Можно с вами спать буду? Нет, конечно. Иди в свою комнату. Да почему? Да пока он ее доедать будет, мы уже вещи успеем собрать. Ну? Да Витя! Представьте, митинг феминисток возле роддома. Верните нам! Верните нам! Верните нам! Девушки, ну сдали вы кровь! Как мы ее вам обратно вернем? Верните нам отчество, состоящее из имен наших матерей! Мачество! Да! Я хочу быть София Ириновна! Да! А я хочу быть Мария Евгеньевна! Да! Так ты и так Евгеньевна. Так это в честь отца, а я хочу в честь матери, да! А я хочу быть Максим Анастасиевич! Зачем тебе это? Ну, звучит. Нет? Как это нет? Вот Валентин будет не Викторович, а Аниевич. Или Елена Еленовна. Если она еще фамилию на Елену поменяет, такой приколдес будет. Мужчина, но вы же не феминистка. Это я не феминистка. Да мы же с вами похожи, я вам тоже усы не брею, ну... Мужчина, уходите! Да подождите, вот, мы с ней одно лицо, ну... Слушайте, а реально что-то есть? Маша! Да папа! Это ты мое отчество брать не хочешь, да? Ну сейчас я тебе устрою. Я так хочу и точка, не надо все сразу. Друзья, а в финале у нас очень сильные соперники. Ой, да какие соперники? Сейчас все решим. Кто с нами сегодня играет? Крошки. Подметем. Сливки. Больше не буду давать. Му. Папоротники. Поливать не буду. А как же Би-20? Да не-не-не, они с военного гарнизона. Там, говорят, у каждого второго оружие, а их 6 человек в команде. То есть у них 3 оружия и нас трое. Да это чистое самоубийство. Так, давайте заканчивать. Команда КВН «Авангард», спасибо. Прости, прощай, привет.